Добрый день! Сегодня познакомлю вас с очередным станком для копилок. Станок был собран по моим чертежам в городе Якутия. Автора видео и хозяйку станка зовут Наталья. Спасибо ей за это видео. На сегодня станок не совсем корректно работает. Установлены другие звездочки в цепной передаче. Постараюсь найти возможность изготовить их у себя в регионе и отправить Наталье в Якутию. Делайте качественно, делайте хорошо. Желаю успехов.